Друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо кожному з вас. Нас більше, ніж 3 мільйони. Лайк, підписка, коментар, опція спонсорства з вас. З нас цікава розмова з класними, крутими гостями. Радий вітати Юлію Латиніну, журналістку, письменницю, теле- і радіоведучу, колумністку. Юля, здравствуйте, рад вас видеть, рад приветствовать. Здрасте. Слушайте, надо как-то покороче. Журналистку и писателя. Ну хорошо, я просто помню, как в прошлый раз я вас представил, Юлия Латынина, журналист. Вы сказали так, а где же колумнистка, теле- и радиоведущая? Не-не-не, никогда. Теле- и радиоведущая, ну что это за профессия? Писатель, да, вот писателя, на писателя я, наверное, настаивала. Я бы начал с визита Си Цзиньпиня в России. Какое у вас впечатление, что вы думаете об этом? Ну, я сегодня просмотрела замечательный ролик, который крутили по российскому телевидению. Я не знаю, видели наши зрители его или нет. Это такая, ну вот, чистая Северная Корея, там под нежную китайскую музыку, нежным китайским голосом, голосом Си Цзиньпиня, как я понимаю, самого, озвучиваются какие-то его максимы, вроде как из красной книжечки Мао. Ну, максимы вот чисто такие китайские, значит, как прекрасны нефритовые цветы и что-то в этом роде, я не воспроизведу, потому что, ну, как сказать, до уровня текстов, моих любимых текстов Ло Гуаньчжуна или Ширани, они не дотягивают, соответственно, что их там запоминать. Но это вот типичная такая вещь, которых пиарщики сочиняют за больших руководителей, которые живут в рамках 2000-летней культуры, когда полагается знать шицзин, когда полагается там наизусть цитировать Судун По, когда полагается самому что-то там писать, если что. Не могу сказать ничего ужасного, но и невеликого ума. Но это когда по российскому телевидению от дорогого гостя. И когда мы перед этим видим, как две высокие договаривающиеся стороны обменялись статьями, и статью Си Цзиньпина на первой странице, статью Путина где-то там на третьей, что ли, то, конечно, это напоминает визит высокого, великого нефритового императора в северную провинцию к заморскому нефтяному, к северному нефтяному варвару. И это напоминает вот... Мы только что это с Екатериной Шульман обсуждали, она считает, что тут, возможно, разные трактовки. Конечно, это напоминает полную капитуляцию Путина перед Си Цзиньпином. Еще не факт, что тот эту капитуляцию примет, потому что сейчас я скажу, почему. Но видно, что Путин за просто тупую возможность сидеть на престоле готов отдать все, что угодно. У меня такое ощущение... что Си Цзиньпин, собственно, единственное, что он готов ему предложить, это вот именно продолжение сидения на престоле, никакой военной помощи, ничего другого, собственно, Си Цзиньпин в этой военной помощи не заинтересован, потому что ему нужен максимально слабый, максимально опозорившийся Путин, который, тем не менее, остается на престоле милостью Си Цзиньпиня, потому что... Иначе, ну, кто будет продавать в Китай газ в пятую часть той же самой цены, которая получается в Европе? Но есть две вещи. Я бы вот что хотела обратить внимание. Вот в современном мире насилие не окупается, сила не окупается. Вот это фундаментальная ошибка Путина, вернее, не фундаментальная ошибка, а, собственно, это результат 20 лет неудачных попыток завладеть Украиной без силы, когда он попытался завладеть Украиной силой. И мало того, что в современном мире к силе прибегают тогда, когда исчерпаны все остальные способы, это уже значит, что ты лузер, так после этого тебе еще прилетает Гаага, особенно если ты и в применении силы оказываешься не очень квалифицирован. Так вот, обратите внимание, что с точки зрения Си Цзиньпина, вот то, что произошло, это вот блестящая демонстрация применения мягкой силы, потому что не сделав ни единого выстрела, не затратив, в общем-то, ни единого юаня, ну, очень небольшое их количество, Китай, причем не
получив никаких взаимных обязательств, то есть никакой нагрузки, никакой довески. Китай получил сателлита. Не колонию, а именно сателлита. В чем разница? О колониях надо заботиться. Там дороги надо строить, ну, как тебе в 19 веке полагалось, школы какие-то. Да ты за что-то отвечаешь за то, что происходит в колонии. А сателлит находится полностью на самообеспечении, уж какой там урод не сидит, это его дело, а твое дело просто из сателлита получать все по максимально дешевой цене и пользоваться его ресурсами, если речь идет о каких-то международных делах. Вот Китай одержал, как у Сунь-цзы, победу, не применяя оружие, просто вот абсолютно идеально. Это с одной стороны. А с другой стороны возникает вопрос, особенно после Гааги, а нафига Китай вот с этим товарищем связался, и не будет ли это Китаю в конечном итоге больше плюсов, чем минусов? А потому что на наших глазах складывается что-то вроде действительно двухполярного мира, в котором есть Запад, Соединенные Штаты, их лидер, и западные демократии, и в которых действительно есть такая ось зла: Китай, Иран, Путин. Но дальше возникает вопрос, потому что когда эта ось зла существовала, например, в советское время, эти две половинки мира были практически взаимонезависимы друг от друга, и они могли в любой момент объявить друг другу войну, и очень мало как бы они могли уесть друг друга на экономическом поле. А с Китаем совершенно другая история. Вся мощь Китая, вся впечатляющая мощь Китая связана с тем, что последние 50 лет Китай развивался, именно завоевывая западные рынки. И вся гордость Китая, кстати, совершенно заслуженная, связанная с тем, что они говорят: слушайте, а вот что там осталось на Западе? А разные люди, которые сидят на пособиях, да, разные люди, которые изобретают разные красивые штучки. Но значительное количество этих штучек, практически 80-90%, строится в самом физически Китае. Как не имея элементной базы капитализма, вы вообще можете на какую-то самостоятельную политику рассчитывать. И поскольку Китай на самом деле имел планы на весь мир, и вот этой своей мягкой силой завоевывал весь мир, ну не завоевывал, а заставлял собой считаться весь мир и заставил, я не совсем понимаю, променяв это вот на вот эту вот бензоколонку в снегах, не просчитался ли товарищ Си? И я, если честно, поскольку я, в общем, уверена, что Си Цзиньпин очень хороший геополитический игрок, и, то есть, с одной стороны, у него, как и у Путина, начинается вот эта проблема, связанная с авторитарными решениями и с тем, что человек начинает мыслить очень прямолинейно. Но, с другой стороны, этот человек стоит во главе страны, которая за последние 30 лет вытащила 400 миллионов человек из нищеты. Такого не вытащил нигде и никто, вот просто. Этот человек стоит во главе страны, которая вот в 16 веке Китай и Индия производили, если я не ошибаюсь, более половины мирового ВВП. Неплохо. Сейчас это дело возвращается на круги своя. Как я уже сказала, променять это все на Путина я как-то не верю. Я думаю, что там будут какие-то более сложные расклады. И, в частности, я уверена, что Си Цзиньпин в любой момент может Путиным торгануть и его продать вот в своей сложной игре с США за какие-то преференции. А другое дело, что Западу может вообще не понравиться, что он ввязался в эту торговлю. Слушайте, а что в таком случае это может быть? А в обмен на что? На какие преференции? Нет, не в обмен на преференции, потому что в любой момент из-за Путина он может попасть под санкции. Да. Другое дело, что мы видим, что он явно не собирается Путину помогать. Не то, что выигрывать войну, а даже он никак, вряд ли, судя по всему, там, если только не какими-то автоматами и, я не знаю, респираторами, вряд ли он будет участвовать в помощи в этой войне. То есть он будет получать все ни за что. Но я не уверена, что даже все, что ему может дать Путин, просто потому что Путин просадил Россию в такую жопу и как бы
имеет такую тяжелую отрицательную стоимость, что, вот понимаете, Си Цзиньпинь немножечко выглядит как человек, который купил полностью обанкротившееся предприятие. Красиво. Да, он купил Красиво. Его за одну копейку, никто не спорит. Но учитывая, что никто не знает, что там внутри, какой там баланс, сделка может быть все равно не очень удачной. Ну, конечно. Поскольку, да, и поскольку я Си Цзиньпину в этом смысле полагаю, что китайские стратегии, они действительно стратегии, это действительно единственная страна, которая играет в геополитику. Потому что это реально страна, которая мыслит тысячелетиями, в то время как большинство европейских политиков, они играют не в геополитику, они играют в выборы. Им важно в нынешнем электоральном цикле выглядеть успешными, а там хоть трава не расти. Скажем, президенту Бараке Обаме в 2008 году было важнее сказать, я тут запустил перезагрузку с Россией, вот, а что будет через 8 лет, там, что будет в Крыму, что будет, что это приведет, что капитуляция перед Россией после российско-грузинской войны, в ходе которой Путин рассказывал, что он воюет не с Грузией, а с США, и тут США говорят, да, извините, мы тут что-то неправильно делали, наверное, все так, как говорит Путин, давайте перезагружать отношения, наша вина. Ну, понятно же, Путину по этому полностью снесло крышу. Но в течение нескольких лет Барак Обама мог своим избирателям вот этой перезагрузкой рассказывать это. Смотрите, какой я перезагрузил отношения с Путиным. А горизонт планирования у американских и у китайских политиков, понятное дело, совершенно разный. Так вот, учитывая, что там сидят большие мастера шахматной игры, мне кажется, мы чего-то еще не досчитали и не понимаем. А что было важно в этой истории показать Путину? Что я все еще рукопожатный, что у нас есть союзник, там, представитель в рамках альянса и так далее. Или что было важно ему показать? Путину было важно показать, что у него есть хозяин, что он еще такая штука, которую хоть кто-то может купить. Вот и интересно, да, что есть человек, который скажет Путину, что я вам желаю победы на выборах в 24-м году. Конечно. Выдаст ярлык на княжение. Вот видите, у меня есть средства легитимизации. У меня, вот типа, Китай считает меня российским князем. Своим. Северных территорий. Северных территорий. Меня очень сильно настораживает последняя фраза Си Цзиньпиня. Когда он прощался с Путиным, он сказал следующее. Сейчас в мире идут изменения, которых не было в течение 100 лет. И мы вместе двигаем эти изменения. А первое. Вторую часть насчет вместе. Можно нам просто вот смело дисконтировать, потому что надо помнить о той карте, которую Министерство природных ресурсов Китая публикует перед тем, как Си Цзиньпин приехал. Да. Вот это действительно изменения. Вот, хотя понятно, что, ну, как бы назвать эти территории исконно китайскими, ну, это, мягко говоря, я не знаю, там, исконно ивенгскими, пожалуйста, но исконно китайскими, ну, вот как-то не знала о процветании культуры джоу на этих территориях. Так вот, другое дело, что как китайцы, конечно, о них знали и как-то их называли. И, кстати говоря, можно маленькое отвлечение? Прошу вас. Да, вот... Это одна из моих любимых тем, Арестович ее, кстати, тоже очень любит, что в отличие от националистической, вот этой безумной нацистской России Путина, ну, Путин, который все русские, а кто не русский, те со над русскими, Российская империя, ну, как, собственно, и все империи, была вещью интернациональной. И я могу привести прекрасный пример из российско-китайских отношений. Есть такое местечко, есть такая крепость Албазин, которая, кстати, в свое время потом отошла к Китаю по Нерчинскому договору, что тоже было очень характерно для России, потому что если бы Россия относилась к своей истории уважительно, то Албазин было бы такое же знаменитое место, как, скажем, 300 спартанцев. Потому что это крошечный острог, который срубили казаки,
и который дважды оборонялся от там, превосходящих, ну, я не знаю, я сейчас, поскольку я говорю на память, я не помню, там было кратное превосходство, там было во сколько крат превосходство, но там было просто десятки тысяч маньчжурских армий, маньчжурских именно не китайских, потому что дело было во времена империи Цинь. Против, ну, буквально сотен казаков, которые первую осаду действительно сдались и капитулировали, а вот вторую осаду они, как это ни невероятно, выдержали до конца, хотя там просто все уже было уничтожено. 300 спартанцев, я говорю. Но вот почему я об этом заговорила, потому что этими 300 спартанцами сначала командовал поляк, то есть человек, который был, если я не ошибаюсь, даже сослан в Сибирь за что-то. А потом командовал человек, которого звали Афанасий фон Бейтон. Он тоже был полковник русской армии, но он был захваченный в плен немец. Ну, переводя на язык там, современности, это вот как если бы командиров Азова Путин простил и послал воевать с Китаем, и они бы ему там где-то в районе Амура одержали победу. Причем грандиозно, да? Ну, так это вот к вопросу о том, почему Путин никогда не выиграет. Потому что Российская империя, будучи империей аристократической, будучи империей, построенной на военной аристократии, военная аристократия всегда с уважением относится к другим военным аристократиям. Она, если не убила их на поле боя, то там, во времена феодальной Европы приглашает свой шатер и лично подает блюдо. Ну, как бы в то время, о котором мы ведем разговор, уже феодальная Европа кончилась, но, тем не менее, кооптация осталась. Вот поляк и немец спасли тогда для России эту часть Амура, Приамурья. А вот, кстати, что произошло потом, тоже очень интересно, потому что потом поехал в Пекин думный дьяк Головин подписывать этот самый Нерчинский договор, и ему сказали китайцы, вернее, маньчжуры, говорят, а еще сройте вот этот самый албазин, который нас тут достал. А Головин и знать не знает, что такое албазин. Говорит, срыть? Да, конечно, да что за проблема? Фигня вопрос. И срыть. То есть те люди, которые как 300 спартанцев под руководством фон Бейтона обороняли, вот, соответственно. А, да, возвратимся к нашим баранам от Российской империи к сегодняшним дням. Вы знаете, я бы хотел в таком случае... У меня кое-что другое было запланировано, но частично мы уже об этом вспоминали. Визит Путина в Крым, в Мариуполь, якобы Путина. А это так. Путин был? Якобы Путина, вот якобы Путина в Крым, в Мариуполь. И позже я бы хотел еще обсудить взрывы в Джанкое и в Севастополе. Но начнем с этого визита. Что вы думаете? Ну, во-первых, давайте скажем сразу. То есть федеральные каналы и на сайте Kremlin.ru вырезали часть, значит, видео, когда Путин общается якобы с жителями, там осматривает их квартиры и так далее. И сторонний голос женщины, которая кричит, что это все показуха. Это как-то упустили, я не знаю, как это могли пропустить, но это было в эфире, мы это слышали, мы это зафиксировали, а позже просто удалили. Вот Эта женщина, между прочим, герой. Я, конечно, не рекомендовала ее искать прямо сейчас, да, потому что я думаю, что ее ФСБ сейчас ищет. Конечно. Да, но тем не менее, это героическая вещь, так прокричать, потому что там с фильтрациями, с Мариуполем мы все понимаем. Да. Это был Путин, как вы думаете? Вот понимаете, а у меня встречный вопрос. Как вы думаете, если бы это был Путин, то можно себе представить, чтобы там на 3 километра вообще существовала какая-то случайно нашлась женщина, которая, вот, которую не вывезли, не представили, вообще неважно, только к местным кошкам, всем вот бурдукам, сусликам, не представили бы какого-нибудь ФСБшника и вообще желательно не эвакуировали бы их за 3 километра. Вот встречный вопрос. Ну, вот один из самых простых вещей, который вот этот крик наводит на ум. То есть это был не Путин, и у него действительно есть двойники. Вы знаете, во-первых, я бы, как ни странно, поостереглась говорить насчет двойников, потому что, ну вот, например, недавно был сериал «Высоцкий», в нем был актер, который фантастически похож на Высоцкого,
Но он даже не делал никаких пластических операций, это был просто вопрос снять. Как? Да, они хвастались, что они 8 часов что-то грим накладывали. Это, во-первых, это просто, если говорить о том, как, насколько это технически возможно, но это сейчас не самое главное, но просто я обращаю ваше внимание, что там, для человека такого параноидального, как Путин, который на 15 метров встречается с главами государств за столом, но, наверное, он подумает, как бы меня мой двойник не заменил, и совершенно ясно, что хуже не будет. Да, тут как бы однозначно будет только улучшение. Так вот, я не думаю, что человек настолько подозрительный, как Путин, пойдет на создание целого настоящего двойника, потому что у него будут вот ровно эти мысли в голове. А технически, как я уже сказала, это может решиться без двойника. И тут мы переходим ко второй, самой, на мой взгляд, важной части Мендельсонского балета. Первое. В принципе, когда мы говорим о двойниках, то это все выглядит абсолютно как теория заговора, и, ну, там, о любом даже авторитарном правителе, вот говорят, Саддам Хусейн имел двойников, а другие говорят, нет, наоборот, не имел, это все какие-то липа. Вот, во всяком случае, есть точная история про его сына, Удая, который якобы имел двойника, и этот двойник потом ходил всюду, рассказывал, что я был двойником Удая, что меня заставили, что меня, значит, со мной такую делали, там, операцию, еще чего-то. А потом какие-то ехидные люди сказали, что это он никаким двойником Удая не был, но за то он любил во всяких типа злачных местах представляться, что он Удай, и, значит, просить бакшиш. Это не мало, потому что он был похож. Согласитесь, немножко другая история. Ну, конечно. Да. Вот, да, и вот, знаете, я бы на месте Путина тоже, представляете, вот идет такой двойник, ходит, а потом он приходит в какой-нибудь, условно говоря, банк Анексим. И говорит, я тут Путин, дайте мне миллиард. Да. То есть неожиданные могут быть последствия. Да, помните еще дело с Марией Антуанеттой и знаменитым ожерельем? Это очень, значит, потому что мне просто сейчас в голову пришло, и поэтому это надо проверить, я могу тоже что-то забыть. Но это в конце 18 века было знаменитое дело и страшнейший скандал, который, кстати говоря, кончил в значительной степени, был одним из факторов, способствующего Великой Французской революции. И на самом деле Мария Антуанетта была абсолютно ни при чем, потому что нашлась какая-то авантюристка, которая чуть ли не вместе с графом Калиостро задурила голову кардиналу Дерогану со словами «Вот тут есть красивое ожерелье, его хочет купить королева, но не может это сделать сама». Бедный кардинал Дероган побежал, купил это ожерелье, оно было из крупнейших бриллиантов, передал в темном саду этой женщине, которую он принимал за Марию Антуанетту. Это был, как бы мы сказали, двойник. Она с ним сбежала, они его там распилили, камушки продали. А потом все это вылезло наружу. Естественно, люди, которые не любили Марию Антуанетту, стали говорить, что она каким-то образом в этом деле замешана, хотя она действительно в этом деле абсолютно никак не была замешана. То есть, ну кто же виноват, что мошенница назвалась твоим именем? Это я к тому, что в такой стране, как Россия, вот даже с этой точки зрения опасно иметь двойников. Представляете, тут придет какой-нибудь двойник Путина и скажет, а мне тут ожерелье понравилось, заверните, пожалуйста. Вот. А это, значит, это мы касательно технических вопросов. Но теперь, значит, смотрите, значит, еще раз. Есть такая вещь, как бритва Окама. И в нормальной ситуации, да, мы не должны умножать сущности и должны объяснять вещи. Чем проще, тем понятнее. Тем вероятнее. Значит, в нормальной ситуации, даже если правитель осторожен, параноидален, там ни с кем не встречается. Двойники – это как бы очень сложная история с минусами, которые мы только что изложили. Да. Это с одной стороны. То есть бритва Окама утверждает, что в нормальных ситуациях у правителей даже авторитарных двойников не бывает. Но теперь смотрим на то, что происходит физически с Путиным. Вот просто физически. Вот это очень интересно. Да. И мы видим, что перед нами вот буквально две модели поведения, два разных Путина. Да. Один Путин – это который встречается с главами государств. Ну, то есть тут надо встречаться лично. И тут он сидит за этим столом,
из которого можно сделать небольшую арену цирка и устраивать на ней гладиаторские бои. А, за исключением Си Цзиньпина. Да. Что важно, да, мы видели, что Си Цзиньпин стоял рядом. Да. Но обратите внимание, что вокруг тоже никого не было. Да. Да. А, значит, то есть непонятно, боится Путин вируса или боится он табакерки, или это и то, и другое, или у него какой-то ослабленный иммунитет, или еще что-то. Но, короче говоря, и с высшими чиновниками от Шойгу до Герасимова, и даже когда он объявлял Украине войну, ну, это по-другому называлось, но, кажется, это называлось признание. Я уже забыла, как это называлось, если честно. Признание ДНР, ЛНР, что-то в этом роде. Mm-hmm. Помните, он сидит один, вот надо трон ему было поставить. Вот если бы они провозгласили его императором и сделали ему большой павлиновый трон, вот как в «Игре престолов», да? Смотрите, да, смотрите, вот как там, когда король Джоффри сидит, там сразу все с социально безопасной дистанцией нормально. Он высоко на троне, эти ребята где-то внизу, ни табакерка не долетит, ни вирус не долетит. Вот. И то же самое, кстати, делали китайские императоры, инстинктивно соблюдая вот эти меры противовирусной гигиены. Интересно. Да. А, значит, путинские пиарщики как-то не досчитали, и, соответственно, он там сидит вот на этом стульчике, а от него где-то далеко то его придворная челядь, то журналисты, то вот только что с олигархами встречался. То есть везде по этой схеме он очень сильно изолирован. В Лужниках тоже. Мы видим, он идет, и там на нем какая-то странная штуковина. Да, такое впечатление, что там под куркой чуть ли не брожнежит надет. Было так пару раз вот такие на Пискаревском кладбище, когда он цветы. Все вокруг зачистено. Никого. Кстати, съемки прекрасные, замечательно снимает его зато камера со всех ракурсов, где-то на соседних каких-то стенах снайперы, я не знаю, противотанковые установки, я не знаю, ПТУРы, ПЗРК, еще что-нибудь, С-300, наверное, где-нибудь в уголочке стоят. И вот тогда в Лужниках, даже если помните, там было впечатление, что он такая, это как-то там четыре столба, и между ними что-то натянуто. Да. Вот, то есть ясно видно, что человек по какой-то причине очень сильно бережется. То ли от вируса, то ли от табакерки. Еще раз повторяю, даже, может быть, стоит вот другого. И это публичное мероприятие, где очень много съемок. Его снимают с самых разных мест. Вдруг, когда ему надо сделать вот эти вот пиар-визиты. А это же визиты, которые, ну, чисто для того, чтобы сказать, вот, смотрите, я здесь с вами. Да, да, да. И, в принципе, на самом деле, если они делаются для того, чтобы, смотрите, вот Крым российский, Крым не падет, Мариуполь не падет, Мариуполь наш, не забудем, не отдадим, ну, в принципе, разумно съездить в войска, как Зеленский. И куда-нибудь просто вот по дороге зайти в булочную и спросить кофе. Да, как Зеленский. Да, естественно. И тогда тебя со всех сторон фотографируют мельницами, и это даже совершенно не твои штатные, и сразу выкладывают. Вот он приехал, офигеть. И в любом случае это такое мероприятие, которое совершенно ясно заслуживает усиленного пиара, и только для пиара проводится. Да. И вдруг мы видим что-то странное. Во-первых, наш герой совершенно меняет привычки. Теперь он идет в окружение людей, которые просто вот буквально наступают ему на пятки. Часть из них – это почти какие-то случайные люди, вот местные крымские чиновники. Даже, как мы выяснили, в Мариуполе кричала какая-то женщина, которая находилась на расстоянии, очевидно, более близким к нашему Путину, чем, скажем, Макрон или Шойгу во время знаменитых встреч в бункере. Вот, как это могло произойти? И всегда эти съемки, они какие-то, как бы сказать, вот когда он, например, ехал через Крымский мост, вы обратили внимание, единственное, что нам показали? Затылок? Да, нам показали, ну, затылок с куском носа и подбородка. Но возникает вопрос, ребята, вот вы это сделано только ради пиара, это сделано только ради того, чтобы показать, что Путин проехал через Крымский мост. У вас что, нету камеры GoPro?
Ну, вот посмотрите в интернете, как снимают людей, которые с мотоциклом через скалу прыгают. И то они лучше сняты, чем Путин. Значит, у меня возникает вопрос. Вот когда это происходит, почему, если это делается только ради пиара, съемки такие плохие, они ведутся общим планом, они совершенно не показывают Путина полностью, они так раз, два, три кадра и куда-то в сторону. И, естественно, после этого в соответствии с только что обнародованным принципом бритвы Оккама, это не обязательно так. Да, мы изложили причины, по которым это может быть не так, потому что надо двойников опасаться в таких ситуациях. Но бритва Оккама требует признать, что самое простое объяснение заключается в том, что в этих ситуациях это был не Путин, а какой человек под него запрограммирован. Ну, хорошо, давайте в таком случае представим. А что дальше? То есть есть какой-то человек, актер, допустим. Вот грим, сейчас ты Путин, ты играешь его роль. Наверняка этот человек не впервые это делает, потому что нужно понимать историю, там, поведение, манеру общения и прочее, и прочее, и прочее. Ну, это очень легко. Слушайте, посмотрите, как Галкин прекрасно... Он настолько характерен, что его на самом деле не очень... И обратите, кстати, внимание, что вот во всех этих случаях, ну, я просто тут буду говорить, что совершенно превосходно описал Арестович, но, слушайте, он приехал в Крым. А хорошо, он боится приехать войска. Ну, сделай ты что-нибудь, чтобы там открыл школу искусств. Там же даже вот не это было показано, а там был просто показан какой-то проход. Это что за крутое событие? То есть нам почти не показывают ситуации, в которой этот человек, который приехал прямо вот так туда, куда, ну, если не Хаймарс, то я не знаю, беспилотник может прилететь, а этот человек произносит какие-то длинные речи, долго что-то встречается. Насчет Мариуполя я не знаю, там он вроде все-таки с Хуснулиным разговаривал, там он что-то многое произносил. То есть, может быть, там какая-то комбинация. Но я в любом случае просто... Единственное, что я хочу сказать, что теория о двойнике с учетом вышеназванных обстоятельств из теории заговора перерастает в серьезный предмет для обсуждения. Абсолютно. Мне вот интересно, а что с этим человеком дальше происходит? Ему говорят, его в подвал, в камеру какую-то, я не знаю, его прячут ото всех. Он ходит, ну, как обычный человек, по магазинам. А потом звонят, говорят, слушай, нужно сыграть Путина, приезжай, пожалуйста. Или его убивают, я не знаю. То есть что происходит? Мы же понимаем, что это большая опасность для Путина, для самого Путина непосредственно. Если он еще жив, конечно. Вот. Может, там в 10 двойников и он... Не-не-не, слушайте, вот 10 двойников не надо. Это как раз будет российская пропаганда. Я вам скажу, что будет в этой ситуации и уже делает российская пропаганда. Путинская пропаганда, потому что они опровергают сам, они порождают какие-то безумные теории, типа, что у Путина есть 10 двойников, вот такой-то, такой-то и такой-то, или что, скажем, в Лужниках был двойник, а в Лужниках совершенно точно был Путин. И они, вот, это любимый способ наплодить каких-то абсурдных вещей, вот, например, как вокруг истории с происхождением ковида, бегали какие-то, ну, совершенно сумасшедшие люди и рассказывали, что мы, китайские ученые, вырвавшиеся из-за стенков, это, значит, биологическое оружие. И все на них показывали пальцы, мы смеялись и говорили, ну вот какие же идиоты, да, верят в то, что ковид имеет искусственное происхождение. И по ходу дела оказывалось, что историю, собственно, о случайной утечке можно было и не опровергать, а вместо этого опровергать вот этих удачных мальчиков для битья. Поэтому не надо про 10 человек. Вот вы сами задали абсолютно ключевой вопрос. Если допустить наличие двойника, а что, как дальше живет этот двойник, и что может его предотвратить, попросить ожерелье Марии Антуанетты и сказать, что вот там типа, знаете, я хочу завести себе новую офшорку, вот у вас тут сургут, нефть и газ, или вот у вас тут вот это, а теперь вот сюда. Вот, это на самом деле самый главный аргумент против истории с двойником. И единственное, что может как бы его спасти, это если, как я уже сказала, это вот просто чисто грим.
Поэтому, собственно, они не рискуют его так близко снимать и поручать ему какие-то существенные роли. Он всегда, вот, когда вот в этих ситуациях почему-то Путин ведет себя как эпизодическое лицо второго плана. Я тоже. Вместо того, чтобы быть главным абсолютно блюдом на этом пиар-празднике, он как-то вот стороной проходит, как статист. Слушайте, так что я бы не увлекалась все равно идеей двойника, потому что у нее много минусов, но просто хотела бы сказать, что есть серьезные аргументы за. Два слова буквально. Значит, я не помню, рассказывала в эфире или нет об этом. У меня был разговор с господином Маламужем, это экс-руководитель Главного управления внешней разведки Украины, и он сказал о том, что у Путина есть несколько двойников, которые он использует уже там около 10, с 2012 года, по-моему. И как раз у нас разговор состоялся накануне вот этого концерта в Лужниках. Я говорю, кто будет там? Он говорит, там будет однозначно двойник, потому что Путин, как вы сказали, встречается с лидерами Путин, встречается с народом, двойник. Слишком уж много, ну, небезопасно. И если вы обратили внимание, на Лужниках был снайпер. Снайпер, который должен защищать Путина, если что-то где-то свернет, он должен сразу отреагировать соответствующим образом. Как вы думаете, Владимир Путин позволил бы параноидальный человек, чтобы его якобы защищал снайпер? Вот я веду к тому, что я уверен, что на Лужниках был двойник. Меня могут забросать сейчас камнями в комментариях, но это слишком опасно для него. Не-не, вы знаете, я вам скажу, ну, во-первых, я, честно говоря, не тот человек, который очень хорошо умеет распознавать лица. Поэтому я совершенно не тот человек, с которым нужно, вот, который, в отличие от Христа Грозева, может сличить. Я, кстати, задавала этот вопрос, насколько я понимаю, вот люди, которые умеют распознавать лица, они однозначно сказали, что, конечно, в Лужниках это был сам Путин. И в том числе мы только что говорили вот об этих столбах, которые стояли по сторону места, которое он выступал. И обратите внимание, колоссальную разницу между Лужниками и Крымом, которая заключалась в том, что в Лужниках Путина можно было фотографировать со всех сторон, и можно было гарантировать, что вот в этой толпе сотни и тысячи людей находятся, которые просто решат его самостоятельно сфотографировать. То есть если мы всерьез обсуждаем гипотезу о двойнике, а мы как-то уже немножко слишком, даже, мне кажется, много времени ей, все-таки она как бы не самая ключевая, хотя если это так, это, конечно, характеризует Путина дополнительным образом. Но просто моя гипотеза заключается просто в том, что эта гипотеза, которая, ну, не является совершенно безумной, она достойна обсуждения. Но вот, конечно, насчет 10 двойников, ну вот правда не надо. Это уже просто из серьезной гипотезы это превращает это в некий пиар-инструмент, который, кстати, достаточно легко тогда опровергается. Просто логически. А эти 10 двойников, где вы гарантируете, что они там не разбредутся по Москве и начнут требовать себе бесплатные пельмени? Конечно. Ну, это первый вопрос, да, с которым можно обращаться. Есть еще одна история, которую я с вами хотел обсудить. Речь идет о... Она касается пятницы. Речь идет о ордере на арест Владимира Путина. Как вы думаете, что меняет этот ордер? Потому что Дмитрий Медведев вчера с журналистами сказал о том, что, ну, вы представьте, что вот задерживают Путина, это тут же, сразу же, молниеносно объявление войны Российской Федерации. Так вот, ордер. Что это значит, как вы считаете? Что меняет? Короткий ответ – все. Смотрите, ну, например, на войне все решается в сражениях. Ну, просто от этого все танцуют от печки, если бы Киев был занят в 3 дня, это был бы один Путин. Значит, если бы Путину удалось в ходе своего наступления, допустим, чисто теоретически, я говорю, захватить Одессу и Николаев, это был бы другой Путин. А вот сейчас, после удачного Харьковского наступления, после отступления из Херсона, после поставок Хаймарсов, это совершенно другая ситуация, и
Я при всем моем уважении к Гаагскому суду, я сильно сомневаюсь, что они бы выдали ордер на арест Путина, удайся ему захватить Киев за 3 дня. Нет ничего хуже, чем совершать военные преступления, да еще и опозориться при этом. А это, соответственно, да, значит, самое главное то, что происходит на фронте. Вот смотрите, что последнее время происходило на фронте. Была та самая партия мира, которая вовсе не ограничивается Дональдом Трампом или губернатором Де Сантисом, который вот тут у нас недавно сказал, сначала сказал, что главный враг – это Китай, а не Россия, а буквально после того, к вопросу о том, чего все меняется. Да. Вот тут после этого прилетела Гаага, губернатор Де Сантис перевернулся на 180 градусов и говорит, нет, Путина сохранять у власти нельзя. Перед этим он сказал, что Путина, типа, если его убрать, то придет такой же, только хуже. Значит, 180 градусов поворот. Что говорит само за себя, вот что меняет Гаага. Но это еще мелочи. Значит, это просто человек, который реально выступает. Мы прекрасно знаем, что такого же рода партия мира есть и в администрации президента Байдена, что это Бернс и Салливан, и что эта партия мира, если взглянуть на дело с американской точки зрения, они же не то, что вот какие-то такие там не любят Украину или особо любят Путина. Они говорят ровно то, что у Де Сантиса было на языке, что главный стратегический противник Америки – Китай. И если загнать Путина под Китай, к вопросу о том, с чего мы начинали, то ничего хорошего не получится, поэтому дайте возможность Путина сохранять лицо. Они несколько раз предлагали Путину мир, и что самое неприятное, когда Украине после последнего отказа Путина начали давать оружие, то было такое ощущение, что это оружие ровно на одно наступление, на прорыв Запорожского коридора. Соответственно, моя гипотеза, еще раз повторяю, это только гипотеза, я никаких инсайдов по ее поводу не имею, но моя гипотеза заключается в том, что Залужный тоже должен был это понимать, тем более, что, кстати, вот и чешский президент сказал то же самое, но, по-моему, он просто опоздал это сказать. Вот то, что он сказал, это то, что говорила, пардон, Юлия Латынина за неделю перед этим, что после Гааги как раз устарело. А что, понимая, что у него может быть один шанс, ведь всякий военачальник должен готовиться к самому плохому сценарию, а не к самому хорошему. То Залужный должен был готовиться к тому, чтобы это наступление не просто прорвало Запорожский коридор, не просто прорвало сухопутный коридор в Крым, но и еще на посыпавшемся фронте заскочить прямо в Крым, потому что как бы, это то, вот, исходя из худшего сценария, до Гааги, подчеркиваю, исходя из худшего сценария до Гааги, это то, что было бы основной конфигурацией, после чего, значит, стороны могли бы... Тот же самый Бернс и Салливан могли бы предложить Путину новое перемирие и что после этого делать Украине. Так вот, это все было до Гааги. Потому что такой сценарий, он до Гааги представляется вполне себе логичным. И, кстати, на него, судя по всему, не только Залужный рассчитывал, но и Герасимов о нем думал, потому что вот это вот захлебнувшееся российское наступление, оно же захлебнулось не только из-за тотальной некомпетентности и неподготовленности, но, с моей точки зрения, вот не случайно там Пригожин-то забежал далеко вперед в Бахмут и теперь кричит, помогите, помогите, меня сейчас окружат, мне не хватает патронов, не хватает снарядов, а почему это российские войска отстали? А российские войска отстали именно потому, что Герасимов умеет читать карту, он понимает, что сейчас как вломят. И эти самые войска будут нужны не для того, чтобы их бездарно истратить в Бахмуте, а для того, чтобы защищаться от украинского контрнаступления. Вот он их и приберегает. Соответственно, Залужный готовил резервы так, чтобы вдарить, так уж ударить. И Герасимов тоже понимал, что ему сейчас прилетит нехило. Так вот, Гаага все это обнулила, ровно как мы видим в истории с Де Сантисом. Потому что как мы себе вот сейчас представляем, что после этого решения Гааги опять Салливан и Бернс приходят и говорят, слушайте, мы вам наступление, мы вам нового оружия не дадим, давайте с Путиным договариваться. Ну, представляете, значит, что имеет им ответить Зеленский? Да. Ребят, вы чего? Да. Вот, и это я к тому, что вот вся эта история, которая связана с Китаем,
тут я вернусь к тому, с чего мы начинали, что, мне кажется, там еще есть какие-то вот в этом уравнении скрытые переменные, которых мы не видим. И я совершенно не исключаю, что как раз Си Цзиньпин, вот, показав такого ручного Путина, можно сказать, ребята, а хотите, давайте я вот теперь вам Путина сменю, чтобы, значит, не было этого человека, который в Гааге. То есть он, одной рукой выдав ему ярлык на княжение, может, например, там, его сменить, чтобы разменяться с Западом. Я совершенно не исключаю. Я вот просто предостерегала бы от преждевременных выводов и обратила внимание, что вот в эту игру играет игрок, который... ну, на голову выше по своей квалификации и возможностям всех остальных. Этот игрок называется Си Цзиньпинь. Вряд ли он будет вот делать такие ходы поддавки, как то, что мы видим. Как вы думаете, раз уж мы уже об этом продолжили, может ли быть этим разменом, например, Тайвань? Нет. А ради, собственно, одна из главных причин, почему Америка помогает Украине, заключается в том, что нынешний международный порядок и нынешние границы должны быть неизменны. И да, вот здесь я даже скажу очень важную вещь, это ровно та вещь, которую мы только что обсуждали с Екатериной Шульман. Я процитирую, правда, не точно, своего любимого Жозефа де Местра, который в начале 19 века писал, что те поступки и действия, которые характеризуют в обычной жизни преступника, а в международной жизни характеризует прекрасного, замечательного, удачливого правителя. Вот с XIX века прошло некоторое количество времени, и эта максима больше не является верной. Благодаря наличию Гааги, собственно. И Путин этого как-то мимо него прошло стороной, потому что он живет, как известно, в прошлом, и он забыл об этом маленьком обстоятельстве. Так вот, вот, собственно, эта война ведется за то, чтобы эта максима была неверной, чтобы Жозеф де Местр был неправ, чтобы нельзя было с помощью силы переделывать международные границы. Кстати, я должна сказать, что, как-то не печально констатировать, вот это отсутствие примата силы в международных отношениях имеет и минусы. Мы это тоже не должны забывать, потому что как бы, собственно, один из главных минусов заключается в том, что неэффективные режимы благодаря этому стали выживать. В XIX веке они не выживали. В XIX веке они просто становились колониями, в них происходили революции, в них происходили перевороты. А вот в лице Путина мы как раз имеем такой абсолютно неэффективный режим, который именно благодаря тому, что сила более не является главным источником права в международных отношениях, вот получает возможность творить то, что он творит. И в мире, в котором не воюют сильные, оказалось, что воюют хулиганы. Но, тем не менее, война идет ровно за это. И обратите внимание, что практически с конца Второй мировой войны у нас нет случаев, когда пересматривались международно признанные границы. То есть мы их всех можем перечислить по пальцам, да, когда там разваливался Судан, значит, Косово, но всегда это было, ну, с гигантским скрипом, да, вот там с кучей вопросов и так далее. И даже, например, Голландские высоты Израилю до сих пор никто не признал. Хотя это тоже один из минусов существующего положения дел, потому что, ребята, конечно, Израиль не может без голландских высот, это не обсуждается. Да, да, да. Вот, тем не менее, Синай Израиль отдал, убрал оттуда своих поселенцев. Тоже ради этого принципа, и тоже в данном случае, с моей точки зрения, это был минус, но сейчас мы не это обсуждаем. Вот этот принцип абсолютно главенствует. Соответственно, отдать Китаю Тайвань – это нарушить то, ради чего на самом деле ведется эта война. Ради чего на самом деле США дает Украине оружие. Потому что при всем уважении, понятно, что дело не только в Украине. Да, мы понимаем это. И точно так же не только Китай мог бы посягать на Тайвань. Если бы что-то пошло не так, любая другая страна могла бы
у нее были развязаны руки. То есть она могла, ну, естественно, там первые Турция в Сирии и во всех остальных прекрасных. Да, то есть это раскрыть ящик Пандоры. Да. Вот, соответственно, поэтому нет, ни на как... Тайвань не находится на столе размена. Более того, там возникает вопрос, а нафига Китаю Тайвань, забранный с помощью военной силы, если экономическая мощь Китая такова, что Тайвань рано или поздно, как спелая груша, к нему упадет. Если Китай будет продолжать наращивать эту свою экономическую мощь, а не пойдет по пути Путина. Да. Юлия, большое спасибо вам за интереснейший эфир. Спасибо вам. Был очень рад вас видеть. До следующей недели.